55 подсудимым по делу о массовых беспорядках в Сатпаеве огласили приговор. Все они признали свою вину, подписав процессуальное соглашение с прокурорами. 9 человек получили по 3 года лишения свободы. Наказание они будут отбывать в учреждениях средней и чрезвычайной безопасности. 44 участника беспорядков осуждены на 4 года условно. Еще двое получили по 1,5 года условного наказания. Напомню, массовые беспорядки вспыхнули в Сатпаеве в ночь с 23 на 24 июля 2020 года. Поводом стало похищение ребенка. Жители требовали отдать похитителя на самосуд и устроили погром в местном отделе полиции. Предполагаемый педофил повесился в ИВС. Ущерб составляет более 25 миллионов тенге. Суду предано 55 лиц, подсудимых предъявлено обвинение за организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. Материальный ущерб полностью возмещен. Приговор не вступил в законную силу.